с подписанием закона о повышении ставок на НДС с 1 января 2019 года с прежних 18 до 20% практически по всей стране последовал рост цен на товары и тарифы ЖКХ, рассказывает начальник отдела по тарифам и надбавкам Майя Эдильбаева. Значит, с 1 января у нас меняется цена на воду. Значит, если ранее она у нас была с человека, значит, закуп воды у нас было 9 рублей 23 копейки, сейчас у нас будет 9 рублей, то есть чуть-чуть понижение пошло по воде. Значит, водоотведение раньше было 3 рубля 6 копеек за куб, сейчас будет 3 рубля 14 копеек за куб. И теплоснабжение. Значит, в гигакалориях 987 рублей 22 копейки 1 гигакалория, она не меняется с 1 января. Меняются цены на электроэнергию. Было 2 рубля 48 копеек 1 киловатт, сейчас 2 рубля 52 копейки 1 киловатт. И газ было, значит, 5 рублей 6 копеек, сейчас будет 5 рублей 19 копеек за 1 киловатт. Значит, что касается сбора, вывоза мусора и утилизации, вопрос пока у нас не решен. Что касается цен на, значит, ну вот обычно людей интересует, значит, на хлеб, на продукты питания, то есть товары первой необходимости, здесь у нас в среднем увеличение пойдет на 8-10%. Майя Эдильбаева также отметила, что в этом году, в июле месяце, также ожидается небольшое увеличение стоимости коммунальных услуг. Тарифы будут меняться во втором полугодии на тепло, тарифы во втором полугодии будут меняться на водоотведение. На воду тариф остается не меняется, тариф он остается неизменным. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».